Мне Саша рассказала про свое видение. У меня буквально эту ночь был сон, примерно похож на твое видение. И днеска снувах сын, който прилича на твоето виждане. Только у меня там не было воды, океана и якорей. Нямаше вода и океан. Меня, получается, Иисус поднял. Иисус ме вдигна. И мы вместе с ним облетали всю землю. И заедно с него летяхме по цялата земя. Он мне показывал землю, говорил, что все это его. Той ми показваше земята и казваше, че всичко това е неговото. И я видел землю, видел звезды. Виждах земята, звездите. Это было очень красиво. И това беше много красиво. Бог действительно сотворил землю настолько красивой, что я не мог налюбоваться этим всем этой красотой. И Бог сотворил земята толкова красиво, че не можех да се нагледам на земята. И мне нравилось пребывать рядом с Иисусом и летать вместе с Ним. И на мен ми хареса да пребивавам заедно с Иисус и да летя. И я понимал, что я вот лечу только благодаря тому, что Он рядом. И аз разбирах, че мога да летя само защото Той до мен. И Он вот так отходит от меня. И той малко се удалечава от мен. И я начинаю уже бояться, что я сейчас упаду. И започвам да се страхувам, че ще падна. Он почувствовал этот страх и говорит: не бойся, ты тоже можешь летать. И той усеща този страх и ми казва, че не се страхувай, че също можеш да летиш. И я понимаю, что у меня под ногами есть как платформа невидимая, которая меня держит. И виждам, че под краката ми има невидима платформа, която ме държи. И он говорит: сделай шаг вперед. И той казва: направи стъпка напред. И ты полетишь. И ти ще полетиш. Я говорю: как? Я ж пойду вниз. И аз питам: как? Нали ще падна? Буду падать тут высоко, плюс атмосфера, там сгорю вообще. Тук е високо, тук има атмосфера, ще изгоря. Он говорит: просто доверься и сделай. И той казва: просто се довери и го направи. И я сделал, только во сне я повернулся наоборот и спиной вперед, ну, пошел. Аз го направих, но в сне ми се обърнах наобратно и с гърба отидох напред. И вот я чувствую, как я падаю. И усещам как падам. И вот думаю: ну, сейчас упаду. И си мисля: ей, сега ще падна. Сейчас упаду. А сега все мы знаем, вот, кто прыгал в детстве с таких более высоких деревьев или это. Всички мы знаем, не знаем, когато в детстве скачахме от нечто високо. Вот это ощущение, вот как ты чувствуешь вот этот ветер, ну и как падает вот это земное притяжение. И това усещане, когато усещаме вятъра, земното притяжение. И вот я его чувствую. И аз усещам това. И тут бац, и ничего не чувствую. И изведнъж нищо не усещам. И думаю: дай повернусь. И си мисля: нека да се обърнам. Поворачиваюсь, а я лечу. Обръщам се, а аз летя. И я понял, что не нужно бояться, если Бог, Иисус говорит: делай, надо без страха делать. И аз разбрах, че не трябва да се страхуваме. Ако Бог казва да го направим, тогава без страх трябва да го направим. И этот сон был как раз-таки после подготовки к проповеди. И този сон го имах след подготовката за проповед. У меня всю неделю шли мысли в голову, что, слова, что говорить. Цяла седмица имах мысли в головата, какво да казвам. Но они были хаотичными и без какого-либо порядка. Те бяха хаотични и без никакого ред. Но вчера, возвращаясь после молодежки, когато се прибирах от нашето младежкото събиране, слова начали выстраиваться в ряд по смыслу. И думите започнаха да се редят по смысл. И я иду, думаю: почему сейчас? У меня нет ничего под рукой записывать. И аз казвам: защо сега? Нямам нищо, къде да запиша мислите си. И я достаю телефон и основные мысли записываю в телефон. И изваждам телефона си и там записывам своите основни мысли. Еще раз убедился один небольшой минус высокого роста. И още веднъж усетих минуса на висок ръст. Потому что я записываю в телефон и не смотрю вперед. Аз записвам в телефона и не гледам напред. И в один момент меня, получается, я ударился головой в ветки елки. В один момент се ударя с главата в вклоните. Чуть не ударился в дорожный знак. Щях да се ударя в пътен знак. И я подумал: надо написать в общину, не знаю, кто за это ответственный. Помислих си, че трябва да напиша в общината, който е отговорен за това. Пускай берут на работу людей, которые устанавливают знаки чуть выше 1,90 м. Некогда взимают на работу хората, които установляют пътни знаци по-високи от 1,90 м. Потому что они устанавливают под свой рост, и они такие: о, ну я не достаю, поэтому нормально. Защото те сигурно ги слагат в зависимости от своя ръст, а те са невисоки. А мы высокие иногда страдаем. Они высокие понякога страдаме. И я решил поаккуратнее записывать, ну, и смотреть вперед, чтобы дойти до дома все-таки. Грижих повнимательно да записывам телефона, да се прибера безопасно. И тема моей проповеди сегодня. И днешната ми тема на проповеде. Бог равно победа. Бог равно на победа.
И давайте откроем первое место из Писания. И нека да отворим първото място от Библията. Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, и вера наша». И давайте вдумаемся в это место из Библии. Нека да си да помислим върху това място от Библията. Оно будет одним из основных в сегодняшней моей проповеди. То ще бъде едно от основните места в проповедта. И тут мы четко видим, тук виждаме, что рожденный от Бога побеждает. Че този, който е роден от Бог, той побеждава. Вера наша побеждает этот мир. Нашата вера побеждава този свят. Но все мы прекрасно знаем, что недостаточно одной веры, что вера без дел мертва. Че само вера не е достатъчна, защото вяра без дела е мъртва. Но и делами мы не оправдываемся. Но и с делата не можем да се оправдаем. Вот здесь конкретно нужна золотая середина, чтобы была и вера, и дела. И тук трябва златна среда, да има и вяра, и дела. И хочу вот раскрыть эту тему, приводя примеры из моей жизни. И искам да раскрия тази тема с моите примери от живота. Я с малых лет знал и верил, что Бог есть. Още от малък вярвах, че Бог го има. Мне об этом говорила бабушка, говорила мама. Баба ми и майка ми са ми казвали за това. Иногда я посещал православную церковь. Понякога посещавах православна църква. Я знал, что Он есть. Знаех, че го има. Но я не спрашивал, чего Он хочет от меня и чего Он хочет в моей жизни. Но аз не питах, какво Той иска от мен и какво иска в моя живот. Поэтому я жил обычной мирской жизнью. И живях обикновен светски живот. Гулянки, алкоголь, маты и так далее. Партията, алкохол, псовни. И я всегда думал, я же никого не убиваю. И си мислих, нали, не съм убивал никого. Не ворую. Не крада. В целом, хороший человек. Като цяло, добър човек. Чуть ли не замечательный. Почти замечателен човек. И поэтому я должен получить эту свободу. И за това трябва да получа тази свобода. Но это было не так. Ну, така, това не е било така. Потом, в 20 лет, я уверовал. И като бях на 20 години, повярвах. Начал ходить в церковь. Започнах да посещавам църква. Потихоньку понимать и учить, какие дела нужны, как нужно служить. И постепенно започнах да разбирам, какви дела са нужни, как трябва да служа. Я начал познавать Бога. И започнах да опознавам Бог. Но так и не принял эту победу. Но така и не приех тази победа. Которую можно получить, родившись от Бога, родившись свыше. Която можем да получим, като се родим свыше. Да, когда у меня были нужды, я приходил к Богу. Когато имах нужди, тогава идвах при Бог. И Бог открывал мне пути. И Бог мне показывал различни пътища. Он привел меня в нашу церковь. Той довел тук, довел меня в нашу церковь. Показал, что чем мне нужно заниматься. Той мне показа, с какво трябва да се занимавам. Что нужно уйти в недвижимость. Че трябва да се занимавам с имоти. Но потихоньку жажда Бога. Но постепенно жаждата за Бог. Желание быть с Ним в общении. Желанието да общувам с Него. Оно угасало. То започна да изгасва. Я делал все на автомате. И правих всичко автоматично. Потому что так надо. За что-то такая трябва. Ходить в церковь надо. Да ходить на церковь. Служить как-то людям надо. Служа по някакъв начин на хората. Потому что Бог за это благословляет. За что-то Бог благословит за това. Было такое потребительское отношение к Богу. Потребительское отношение к Богу. Ты мне, я тебе. Ти даваш на мен, а аз давам на теб. И вроде есть вера. Имах вяра. Есть дела. Има дела. Но победы нет. Но нямаше победа. Потому что нету взаимоотношения с Богом. За что-то нямах отношения с Бог. Потому что я не знаю Его лично. Не го познавах лично. И Его нету в моем сердце. И го нямаше в моето сърце. Да, когда я прихожу в церковь, Он есть в моем сердце. Когато иду на църква, Него го има в моето сърце. Но когда я ухожу из церкви, когато заминавам от църквата, Его нет. И той исчезва. Я оставляю его тут. Аз го оставях в църквата. И уходил в суету, в мир, занимался своими делами. И отивах в суета, в мира и занимавахся за своите работи. И Бог уважает наш выбор. Бог уважава нашия избор. Ну, раз хочешь, делай. Ако искаш, прави. И
не имея победы, и нямайки победа там, меня преследовал провал за провалом, провал за провалом. Преследваха ме провалите. И на тот момент у меня был в жизни человек, которого я поставил на первое место. И на онзи момент имах човек, който го сложих на първо място в живота си. Не Бог был на первом месте, а он. Не Бог беше, Бог не беше на първо място, а този човек. Он был основанием. Той беше основанието. И когда этот человек решил начать другую жизнь без меня. И когда-то тот человек решил да започнет новый живот без меня. У меня все рухнуло. Всичко се разруши при мен. Потому что основание был не Бог. Защото основанието било не Бог. И я остался брошенным, преданным. И останах изоставен. С депрессией. Започнах да бъда в депресии. Огромное количество долгов. Имах много дългове. Не зная, что делать в будущем. И не зная, какво да правя в будущето. И я понял, что надо что-то менять. И аз усетих, че трябва да променя нещо. Я усмотрел на пастора Геннадия, Наталью. Гледах пастора Геннадия и Наталью. Как у них все хорошо. Как всичко добре при тях. Все получается. Всичко се получава. И они чуть ли не порхают, когда ходят. А все едно летят, когато вървят. Также для меня большим примером был пастор Андрей. И също голям пример за мен беше пастор Андрей. Как раз у нас проходила молодежка. Провеждахме младежко събиране. Он открывал двери своего дома. Той отваряше вратите на своя дом. Свое сердце для нас. Отваряше своето сърце за общался нас. С каждым из нас и лично со мной. Той общуваше с всеки един от нас и лично с мен. И я тоже видел, как у него все хорошо. И аз виждах, че при него всичко добре. Работа хорошо идет, работа, получается. Дети добре. Замечательные. Има чудесни деца. Веселый весь такой. Много весел. Вкусно готовит. Много вкусно да. Готовит. Все может, все умеет. Всичко може. Как говорится, и танцует, и полет, и билеты продает. И танцува, и пей, и билетите продава. И не женат. И не е оженен. Да, записывайте 089. И я хотел так же. Я видел, что в их жизни есть Бог. Виждах, че в техния живот има Бог. Что они рождены от Бога. Те са родени от Бог. Да, но у них тоже были свои проблемы, свои трудности. Те също имаха своите проблемы и трудности. Но живя с Богом, но живейки с Бог, будучи рожденным от Бога, и будучи родени от Бога, они получали эту победу. Те са получавали тази победа. И я захотел так же. И аз поисках така. И до этого я всегда говорил, как маленький ребенок, я сам. И преди това, както малко дете казах, аз сам. Те, у кого есть дети, маленькие. И тези, които имат малки деца. Вот Саша, наверняка, Саша сейчас знает, Пашка. Сигурно Саша знает сейчас това. Я сам. Обычно это в 2-3 года когато бывает. Когато детето на 2-3 годинки, то иска да прави всичко сам. У меня младший брат, с которым 13 лет разница, я знаю, что это има такое. Има малък брат, който, с който имаме 13 години разлика, и също знаем, какво е това. Когда дети, я сам. Когато децата казват, аз сам ще го направя. И когда у них не получается, и когато не се получава, они обращаются к родителям. А, те се обръщат към родителите си. Вот так же я решил обратиться к Богу Отцу. И аз също по същия начин реших да се обърна към Бог Отец. За помощью. За помощ. Потому что сам я уже не мог. Защото сам вече не можех. Своими силами у меня были только провалы. Само со своите сили имах провали. И вот это мое потребительское отношение. И моето потребителско отношение. Ушло на нет, потому что я плавал где-то вот на поверхности. И това отношение исчезна. Но на тот период вот этот момент стал самым опасным в моей жизни. И он за период стана най-опасния в мой живот. Потому что очень сильно активизировался дьявол. Защото дьявол се активизирал. Потому что пока я шел, отходил от Бога. Защото малко, когато малко се отдалечавах от Бог. Он как-то был спокоен. Той и бил спокоен. Но когда я решил прекратить это и вернуться обратно к Богу. Но когато реших да спра това и да се върна обратно към Бог. Он направил все атаки на меня. И той започна да ме атакува. Только-только, чтобы я сбился с пути. За да се объркам по пути, за да не се върна при Бог. И
Тогда я вбил себе в голову одно место из Писания. Это стало как моим девизом. И тогава имах одно место от Библията, което стана девиз. 1 Коринфянам, 10 глава. 10 глава. 13 стих. 13 стих. Сейчас, минутку. Так, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не поступит, не попустит вам быть искушенным сверх сил, но при искушении даст облегчение так, чтобы вы могли перенести». И я забил это в голову, что все, что я сейчас прохожу, забив голову, что все, что происходит у меня вам сега, все эти испытания, трудности, всички тези испытания, трудности, я их смогу пройти. Что могу таки премина. Потому что Бог не допустит того, что я не смогу сделать. За что-то Бог няма да допусне нечто в живота ми, което няма да мога да направя. А дьявол все усиливал и усиливал атаки. А дьявол започвал да ме атакува все повече и повече. Я жил в офисе. Живях в офиса си. У меня не было денег на еду. Нямах пари за храна. Мне каждый день знакомый давал деньги на еду. Един познат всякий день мне давал пари. С работой вообще храна. Ничего не получалось. С работой-то ничто не се получавало. Был брошенный, оставленный. Бях изоставен. Единственное, что у меня было, это Бог. Единственное, то, което имах, това беше Бог. Молодежка и наша церковь. Молодежката ни събирана и църквата. И я всячески жаждал общаться с членами церкви. Жадувах да общувам с членовете на църквата ни. От каждого получать и учиться. От всеки да получавам и да се уча. И начал потихоньку познавать Бога. И започнах постепенно да опознавам Бог. И давайте вот вспомним прошлую проповедь. Миналата проповедь. Пастор говорил и вспоминал. Пастор казваше. Одно место из Писания, это от Луки, 18 глава, 17 стих. От Лука. 18 глава, 7 стих. 18 глава, 7 стих. «Бог ли не защитит избранных своих, вопивающих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» А Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани, които викат към Него ден и нощ, а кои да се бави спрямо тях? И на прошлой проповеди пастор говорил, почему медлит? И на миналата проповедь пастор каза, за что се бави? Потому что испытывает нашу веру. За что-то то испытва нашата вяра. И вот находясь тогда в очень тяжелом состоянии. И намирайки се в много тежко состояние тогава. Я оставался верен. Аз оставах верен. Потому что я принял это решение. За что-то взех това решение. Я принял решение быть с Богом. Взех решение да бъда с Бог. И понял, что с Богом есть победа. И разбрах, че само с Него има победа. И когда я находился фактически на пике страданий, скажем так. И тогава, когато се намирах на най... когато имах най-много страдания. Я решил молиться всю ночь. Реших да се моля цяла нощ. Я молился, и Бог дал свободу. И молих се, и Бог мне даде свобода. Это самое главное, что не было в моей жизни. Това най-важно, което нямах в мой живот. Потому что меня все равно как-то суета этого мира. Защото все пак суетата на този свят. Была как вот якорем и тянула меня. Тя беше като котва и тя ме дърпаше надолу. И вот я уснул. Аз заспах. Проснулся. Събудих се. И сердце было полное счастьем, полное радости. Цялото ми сърце беше изпълнено с радост и щастие. И уже мир был наполнен другими красками. И света около мен беше изпълнен с други цветове. И постепенно я с офиса переехал в квартиру. И постепенно живота ми започна да се подобрява. От офиса се преместих в апартамент. Потихоньку помирился с родителями, с друзьями. Започнах да общувам с родителите, раздал приятелите, все долги. С тях. Вече нямах дългове. Решил, предложил помощь в служении
пастору Андрею в молодежке. Решил да предложи на пастор Андрей помощь в служении за молодежку то собираны. Я решил посвятить свою жизнь Богу служению. И решил да посвятить живота си на служение на Бог. И доверил Богу менять меня. И доверился на Бог той да ме променя. Где надо смирять. Где-то требовало да ме смирить. Где надо чему-то учить. Где-то требовало да се научи на нечто. И за последний год я очень сильно поменялся. И през последната година много се промених. Бог очень сильно поменял Бог меня. Бог много силно ме промени. Постепенно из помощника я стал лидером молодежного служения. Постепенно от помощник на молодежкото собиране станах лидер. И не так давно рукоположили на молодежного пастора. И наскоро ме рукоположиха като молодежки пастор. И Бог действительно так повлиял на мою жизнь. Бог много силно повлиял върху моя живот. Что уже никакие трудности. Че вече никакви трудности. Не огорчают меня. Не ме натъжават. Да, они продолжаются. Те продолжават. Но в ту ночь. Но онази нощ. Когда я молился. Когато се молих. Я родился свыше. Аз родих свыше. Я родился от Бога. Родихся от Бог. И получил эту победу. И получих тази победа. И свободу. И свобода. И теперь, если есть какая-то атака. И сега, ако има някаква атака. Я спокойно ее воспринимаю. Спокойно я восприему. И такой думаю, это все, что ты можешь. И си мисля, твое, само това можешь. И дьявол это очень раздражает. И дьявол много се ядосва на това. Потому что он атакует, атакует, атакует. Что ты продолжала да атакува. А ты стряхиваешь себя от эту пыль. И ты махаешь този прах от себя си. И все. И това е, това беше. И где-то он отступает, потому что понимает, что в нашей жизни, в моей конкретной жизни, он бессилен. И на моменте той отступва, за что ты разбираешь, че бессилен в мой живот. И как бы он не пытался меня сбить. Колко той да се опитва. Бог дает мне все самое лучшее. Бог мне давал всичко най-добро. И защищает меня. Той ме защитава. И в делах пошли успехи. В делата имам успехи. И дал мне прекрасную Бог невесту Анечку. И Бог ми даде прекрасна невеста. Которая через полтора месяца будет моей женой. Аня, която след един месец и половина ще стане моя жена. И я понял, что у дьявола нету власти в нашей жизни. И разбрах, че дьявол няма власт в нашия живот. Вся власть у Иисуса Христа. Цялата власт е в ръцете на Иисус Христос. И давайте откроем последнее место из Писания на сегодня. Но от Иоанна. Последнее место. 16 Иоанн, глава. 16 глава. 33 стих. 33 стих. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Бог победил мир. Бог и победил мир. И что нужно принять? Как вот треба да приемем? Принять Бога. Да приемем Бог. Принять то, что Он уже победил. Да приемем това, че Той вече победил. И что мы в Боге являемся победителями. И че в Бог сме победители. И в этой ситуации я понял, насколько реален духовный мир. И в тази ситуация разбрах колко е реален духовния мир. И не так давно Полятика, Стася, наскоро Стася рассказала историю из жизни. Тя рассказва една история от своя живот. Когда они, будучи подростками, когато те бяха тинейджери, поехали евангелизировать в один город. Те са заминали да евангелизират в един град. Очень интересная история. Много интересная жуткая история. Конечно. Много ужасяваща. Я вкратце расскажу о том, что накратко город этот расскажу, че този град был под конкретным владением дьявола. И бил под владение на дьявол. Огромный уровень преступности. Голям у него на преступность. Там алкоголизм, наркомания и так далее. Алкоголизм, наркотици. Разруха полная. Много разрушен. И вот где они своей группой жили, это было очень такое разрушенное здание, и довольно-таки страшное. И целая группа соживели в одна сграда, малко разрушена, страшно. Оно днем выглядело очень страшно. Дори през деня изглеждаше страшно. Не говоря о ночи. Без да говорим през нощта. И вот одну ночь. И на нощ. Они слышат крик. Те чуват вик. И получается, что бес вселился в одного из подростков их группы. Демон се вселил в один человек от техната группа. Они пришли туда, начали молиться об изгнании. Те отива там и започва да се молят. И бесы переходили от одного человека к другому, от одного к другому. И демоните преминаваха от един человек в
вы вдруг человек. И они очень долго молились. И те много долго со се молили. И получили победу. И они изгнали победа. Этого беса. И в этой ситуации, да, было видно, кто как ходит в Боге. И в той ситуации се видяло кой как ходил в Бог. И вот тогда мы тоже, мы молодежью разговаривали. И тогава с молодежью говорихме. И говорили, как хорошо иногда, что мы не видим, что происходит в духовном мире вокруг как нас. Как и добре, че понякога не виждаме, какво се случва в духовния свят. Потому что мы свят. Видим этот физический мир. Что-то виждаме физический мир. Мы видим это солнце, вот, видим что на улице сейчас прекрасное, зеленую траву, деревья. Зеленая трава. Но мы не видим, дървета. Что происходит в духовном мире вокруг нас. Мы не виждаме, какво се случва в духовния свят около нас. Как там ангелы сражаются с бесами за наши души. Как там ангелите се борят с демоните за наши души. Сегодня пастор Геннадий уже говорил как раз таки об этом. И днеска пастор Геннадий вече говорил за това. И я молился. Аз се молих. И Бог мне открыл видение, то, как выглядит этот, ну, духовный мир. И Бог мне показал, как изглежда духовния свят. Многие из вас знают, что я очень часто вижу сны. И всички знают, че често виждам сынища. Видение. Видение. И очень часто у меня было во снах, где я сражался. И много часто сновах, че се сражавах. И вот была такая картина. Имах такава картинка. Что я сражаюсь, со мной огромное количество солдат, людей. И я се сражавам, и около мен има войни. И просто на нас идет огромная толпа бесов. И много голяма группа демони идут вот ком нас. Мы сражаемся и вытаскиваем людей. Ние се борим и издърпваме хората оттам. И я вначале воспринимал эти сны как, ну, что нужно служить, спасать души людей. И тези сънища ги възприемах, че трябва да служим и да спасяваме душите на хората. Но это были одни из картин, как выглядит духовный мир. Но това бяха одни от картинки, те как изглежда духовния свят. В таком легком формате. В лек формат. Но пару дней назад было видение более жуткой картины. Но преди няколко дни имах видение на малко по-ужасяваща картинка вече. И я увидел, вот как стою я. Видях, че аз стоя. Это может быть каждый из вас. Това может быть всякий один от вас. И над нами, над каждым, есть Божья рука. И над всякий один от нас има реката на Бог. Которая нас защищает. Която ни защитава. Она образует определенный купол защиты. Я образува защита. И огромное количество купол бесов. Купол на защитата и има огромное количество на демоните. Каждую секунду атакуют нас. И те всяка секунда ни атакуват. Но благодаря этому куполу. Но благодарение на този купол. Мы остаемся нетронутыми. Ние оставаме невредими. Просто там очень страшная картина того, что происходит вокруг. И видях много страшная картина, какво се случва около. Это очень жестокая война, и благодаря много тому, жестока. Что мы в Боге. Това много жестока война, и благодарение на това, че сме с Бог. Мы находимся под защитой. И се намираме под защита. Потому что этих бесов просто миллионы, миллиарды. Защото има миллионы, миллиарды мы демони. Сами не сможем это выдержать. И сами няма да можем да го издържим. И когда в жизни людей происходит что-то плохое. И когато в животите на хората се случва нещо лошо. Они отходят от Бога, хулят Бога. И се отдалечават от Бог и го хулят. И многие обвиняют Бога, что это Он так сделал. И много хора обвиняват, че Бог так. Бог такая направил. Что это он заставил их страдать? Что их накарал да страдать? Нести какие-то последствия? Да, да носит некие последствия от этого. А он ничего не делал. Бачи, той ничто не направил. Он просто убрал свою руку. Той просто снимахнал реката. И этот купол исчез. И този купол е исчезнал. И мы остались без защиты. И сме останали без защиты. А без защиты человек долго не протянет. Обаче без защиты человек няма да може да издържи дълго време. Бесы его атакуют. Демоните го атакуват. Он становится под властью бесов. И той става под властта на демоните. И умирает. И умира. Но с Богом. Но с Бог. Нам ничего не страшно. Ничто не страшно. Мы получаем победу. Ние получаваме победа. И жизнь вечную. И вечен живот. Поэтому давайте склоним наши сердца. Нека склоним наши сердца помолимся. И да се помолим. Дорогой Господь. Скъпи Отец. Я благодарю Господь, тебя. Благодаря ти. За ту защиту. За тази защита. За ту победу, которую ты дал тази нам. Победа, която ти которую ты дал лично в мою жизнь. Която ти си дал лично в мой живот. Я благодарю тебя за то, что ты, Иисус,
отдал свою жизнь за нас, будучи недостойными тебя, ты пострадал за нас. Я молю тебя, Боже, открывай сердца людей. Дай людям принимать тебя. Получать эту победу. Получать спасение. Чтобы дьявол не имел власти в нашей жизни. Чтобы только ты, Иисус, был победителем. Саму ти да будешь победителем. Ведь у тебя вся власть. За что ты имеешь вся эта власть. Вся сила в твоих руках. Вся эта сила в твоей руке. И только с тобой мы имеем эту победу. Не имеем этой победы. И если мы не получаем того, чего хотим. Не получаем этого, кое-то искаме. Понимать, что ты подготовил для нас только лучшее. Мы знаем, что ты си подготовил за нас самую наидоброту. Мы получим лучше того, что мы хотим. Получим по доброту, и мы будем получать спасение. Нечто получаем спасение. Дай Господь нам мудрости. Некогда имам мы мудрость. Слова говорить другим людям. Как вот оказываем на других тех хора. Открывать глаза сердца да другим людям. Чтобы они также принимали тебя. Принимали твою победу. Рождались от тебя. Рождались свыше. И чтобы также могли противостоять дьяволу. Могли побеждать его бесов, побеждать его армию. И спасать. С твоей помощью все больше и больше людей. Мы благодарим тебя за все. За каждый день. За каждое мгновение день, мы молились с любовью и благодарностью во имя Иисуса Христа, и народ Божий скажет «Аминь». Слава Богу. Оксана, попереводишь. Стася доехала.